Лично я, конечно же, очень переживаю за то, что гибнут люди. Вообще, гибнут люди в наше время. И я не очень понимаю, как вообще такое может быть и почему это до сих пор не может никак остановиться. Я в ужасе от того, что творит наша с вами Родина. Еще в большем ужасе от того, что я не понимаю, как на это повлиять. Я бы сейчас тоже с удовольствием что-то уже сделала, вот из того, что вами там названо, да, типа пошла бы и сказала, пошли все на Кремль, давайте там всех наконец-то свергнем и все перевернем. Но я не вижу даже, я сейчас не вижу вообще такой возможности. Знаете, даже русских слов, русский язык, конечно, сейчас очень страдает больше всего, потому что все слова как-то уже потеряли всю, весь смысл.